Добрый вечер, Басарабяска. Очень рад находиться сегодня у вас в гостях. Мы являемся единственной страной, у которой утащили миллиард и при этом не моргнули глазом. Мы являемся страной, которую пилят на металлолом круглосуточно. Мы должны ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в стране. Я знаю, что сегодня Басарабяска один из ключевых узлов Молдавской железной дороги. Сразу же после парламентских выборов я предложу на первых же заседаниях парламента перевести железнодорожников в категорию бюджетников с выплатой зарплаты из госбюджета. Когда железная дорога поднимала экономику страны и наполняла национальный бюджет, все было в порядке. Сегодня им трудно, я считаю, что это единственный выход для того, чтобы быстро решить проблему. И потом мы можем уже с вами заказывать план модернизации страны, план модернизации железной дороги. Мы сегодня единственная страна в мире, где минимальная пенсия 55 евро и максимальная пенсия 11 тысяч евро в месяц. И вот эти компенсации, почему людям не включить сразу в пенсию, чтобы он никуда не ходил, не собирал бумажки, не доказывал, что у него нет телевизора, холодильника. Я требую, чтобы мы вернулись к ГОСТу, потому что ГОСТ – это контроль качества и конституция для всех. Если мы придем в парламент, для них программа «Тихий час» заканчивается, понимаете? Изменение наказания за коррупцию высших эшелонов власти. От 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества. Большое спасибо, Басарабяска. 11 июля голос каждого из вас будет важен не только для развития вашего города и района, а для развития всей страны. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.